В рамках проведения Европейской недели мобильности дружная команда Полоцкого государственного университета накануне Всемирного дня без автомобиля, который отмечается ежегодно 22 сентября, приняла участие в ставшем уже традиционном велопробеге, организованном Новополоцким городским исполнительным комитетом при активной поддержке нашего вуза. В молодежном городе эта акция проводится с 2008 года и становится с каждым годом все популярнее. В этот день особенно активно пропагандируются идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Вечером 21 сентября 2015 года на площади строителей собрались все желающие поучаствовать в велопробеге. Маршрут был проложен по улице Молодежной, от главной площади города до гостиничного комплекса «Нафтан» и обратно. Торжественное мероприятие началось с приветственного слова первого заместителя председателя городского исполнительного комитета Александра Владимировича Голубенко, который пожелал участникам велопробега получить удовольствие от участия в столь масштабной акции и приобщить жителей города к активному и здоровому образу жизни. Мы подтверждаем, что мы стремимся быть здоровыми, стремимся быть активными. Спасибо организаторам, спасибо вам, участники. Хорошего старта и хорошего настроения. Поддержать участников акции пришли студенты ПГУ, которые вместе с творческими коллективами Центра культуры города Новополоцка устроили настоящий праздник для всех собравшихся. Занимайтесь спортом и будьте активны.